Линия фронта близко, смотрим в оба, ребята. Я готов, если что. Не-не, ну давай, кричи, в общем, если... А вон справа что-то дымится, курит кто-то. Это наши полковники, да, Апач прорубали коридор тут. Если оно дымится, значит там опасности уже нет, скорее всего. За рекой нам нужно выйти на дорогу. Наблюдаю площадку. Так, вот дорога сейчас по ней летим, да? Да, до перекрестка, на перекрестке направо. Ох, красота-то какая, а. У меня тут вообще в передней кабине. Так. Вижу. Как это можно? Перекресток. Это что у нас тут? Это выжженные какие-то. Главное, на красной не пролети. Ну да, главное сейчас в лэп не влететь в какие-нибудь тут, это придорожные. Так, буду тогда идти этот. О, Апач тут работал вон. Сразу видно, да. Иметь выбить. Еще полтинник. Да, это Байрон. Что-то Моздок отсюда, наверное, километров 20. Я пойду тогда на по прямой. Нет, уже не 20, уже 8. А, уже? Да. Понял, отлично, отлично, как раз тогда. Все, где-нибудь тут тусуйтесь, я в весеннее войду. Работайте, полтиннички, мы пока покружим тут. Сейчас полтинки отработают. Так, ну я чуть левее там тогда. Вить, смотри, техника, я сейчас стоит. Вам подсвечу этот огонь. Сейчас будет вот в том районе, там пехота есть. Ну и в принципе, чтобы посмотреть можете. А как это посмотреть? Карту открыть? Не-не-не, просто как бы визуально огонь найдешь, если... А. Смотрите, вот там, где он огонь, бетер, огонь, это вот куда вы первую цель кидали, помните? Там вот БТР. Между двумя огнями стоит грузовик какой-то, и за грузовиками там танк вроде. Опа, вон что-то нашел. Или... А, БТР, да, вот БТР как раз. Вот, вот эта куча, которая перестала гореть, да, вот прям в него. Да-да-да, я тут там надавал спутеров, пехоту повыбивал. Не она, странно. Что же, по-моему, тогда стреляла? Прям по полосе иду. Вроде чисто, ребята, буду высаживать. И рядышком с вами приземлюсь. Вижу вас.